Ежегодное мероприятие в Пенсионном фонде России «День открытых дверей» провели сотрудники учреждения, мастер-классы по использованию электронных ресурсов, выставка осенних поделок и информирование гостей о новых возможностях Пенсионного фонда. Государственное учреждение, занимающееся обязательным социальным обеспечением, «День открытых дверей» для собравшихся представителей общественных организаций начался с выставки осенних поделок, которую организовали сотрудники Пенсионного фонда. Все те, кто пришел на «День открытых дверей», выступили в качестве экспертов и выбрали лучшую композицию. О том, чем живет сегодня Новоуральское отделение Пенсионного фонда, на что обратить внимание тем, кто готовится выходить на пенсию, обо всем этом рассказал руководитель клиентской службы в городе. Проактивный формат предполагает, что мы работаем уже в рамках социального казначейства. То есть это означает, что граждане не бегают, не собирают справки различные, не подают бумажные заявления. Все это производится самостоятельно нашими силами, получая данные из различных ведомств и систем. После круглого стола прошла демонстрация по использованию интернет-ресурсов, а также на практике показали, как, например, самостоятельно заказать историю выплат пенсий. Мероприятие, оно необходимо. Почему? Потому что много изменений в законодательстве, много организационных изменений. И люди, которые работают в общественных организациях, в общественных объединениях, и часто встречаются с жителями города пенсионного возраста, должны знать это. Потому что вопросы возникают у обычных людей, которые не сталкиваются с деятельностью Пенсионного фонда. И разъяснение, и подсказка этим людям о работе нашего Пенсионного фонда, она просто необходима и помогает людям. Проведение Дня открытых дверей – это вообще добрая традиция, которая сложилась достаточно давно, и мы ежегодно проводим это мероприятие в рамках празднования и Дня пожилого человека, который наступит 1 октября. Это общение очень важно для нас и для представителей общественности, потому что за ними стоят большое количество людей, пенсионеров, наших клиентов, и они ту информацию, которую получают от нас, доводят и до своих коллективов. День открытых дверей прошел продуктивно. Представители общественных организаций получили новые навыки и свежие новости о работе Пенсионного фонда России. Радует, что такое мероприятие является традиционным и проходит на протяжении всей деятельности учреждения. И с каждым годом сотрудники пытаются провести его в новом ключе и дать как можно больше новой открытой информации, полезной для горожан. Алексей Кузнецов, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.